Пожалуй, сегодня будет самый необычный обзор, и это будет обзор, снятый с двух ракурсов. Один будет с основной камеры. Всем привет! Добро пожаловать в магазин Gloves & Kit. А второй будет снят с GoPro, который сейчас на моей груди. Так как вы можете видеть, мы снимаем обзор без нашего обычного фона, и в целом обзор сегодня будет необычным. Во-первых, мы снимаем радарские перчатки от производителя Tutto, и это модель Maximus Elite. Это перчатки, которые появились внезапно на ProDirect Soccer, и пока больше нигде и не было, собственно. Это очень интересные перчатки, цена которым на тот момент, когда они появились у нас на руках, была примерно 12-13 тысяч рублей, то есть там 100-120 фунтов. На данный момент цена их 100 фунтов, что в принципе достаточно немало, особенно для вновь появившегося производителя. И разумеется, многие из вас спрашивали, что же это за перчатки, было интересно посмотреть их поближе, все-таки абсолютно неизвестный производитель, да, который сразу забегает на такую цену. Собственно, это топовая модель от компании Tutto, на данный момент цена ее на ProDirect Soccer 100 фунтов стерлингов, что в текущем эквиваленте примерно 9 тысяч рублей. Ну, собственно, давайте посмотрим, что же предлагает этот неизвестный для российского потребителя вратарский производитель за такую сумму. Для начала, вот посмотрите на эти перчатки поближе, я думаю, теперь вам видно более чем хорошо. Достаточно консервативный дизайн, но с элементами яркости. Допустим, красная вставка на задней части, а также красный латекс на ладони. Достаточно прикольно, я люблю все-таки еще более консервативный дизайн, но и здесь особой ляпистости, скажем так, нет. Ничего не раздражает глаз, ни... придраться мне здесь особо не к чему. То есть здесь у нас значок фирмы Tutto, здесь написано о том, что модель Maximus, и, в общем-то, давайте покажу вам некоторые основные особенности данных перчаток. Для начала вспомогательный механизм. Здесь применен вспомогательный механизм для спокойного надевания перчаток на руку. То есть вы никогда не поцарапаете латекс на указательном и большом пальцах. И это действительно очень-очень удобно. Вроде бы маленькая и простая вещь, но настолько упрощает жизнь. Застежка. Застежка здесь стандартной длины. Она очень плотно фиксирует запястье, при этом ничего лишнего здесь не торчит. Здесь выполнена удобная резинка, чтобы можно было удобно держать эту застежку. И, естественно, здесь сделано окно для персонализации, поэтому на данной перчатке можно сделать нанесение. Далее к основным характеристикам. 4-миллиметровый латекс, это достаточно видно хорошо на камеру, я думаю. Перчатки действительно достаточно толстые. 4-миллиметровый латекс, плюс также выполнена мягкая подкладка. Вентиляция выполнена на каждом из пальцев. Вот, например, средний палец посмотрим поближе. Также на безымянном, на мизинце и на указательном пальце. И даже с внешней стороны здесь выполнена вентиляция. Таким образом, можно сделать вывод о том, что в этих перчатках не будет жарко и в очень сухую погоду, и также в зале. Задняя часть, разумеется, полностью выполнена из латекса. Касаемо самого латекса. Одна из перчаток выполнена в пленке, снимать я ее не хочу и не буду. Это сделано для сохранения латекса до его первого использования. Правая же перчатка сейчас уже без пленки, и латекс, вы можете слышать, он довольно цепкий. 4-миллиметровый латекс, как я уже сказал, и также, как я уже сказал, крой Flat Palm. Производитель позиционирует этот латекс как свой самый топовый всепогодный латекс. Вообще, если верить отзывам с различных источников, будь то форумы вратарские, международные и различные сайты, то это один из лучших латексов, который был разработан в мире. Ну, не случайно данные перчатки стоят 100 фунтов, и это действительно очень приличная цена для вновь появившегося бренда, поскольку многие даже очень известные бренды не могут претендовать на такую цену. Но, тем не менее, я думаю, что латекс действительно достаточно интересный, к сожалению, не могу показать его толком в деле, но я думаю, что сцепление с мячом здесь будет действительно очень хорошее. Причем я люблю такие перчатки, я люблю, в принципе, крой Flat Palm, и когда он сидит плотно на руке и не создает никакого дискомфорта, это действительно очень и очень здорово. Защитных вставок в данной модели нету, но также есть модель и с защитными вставками. И это вообще самый-самый топ от компании Tutto. Непонятно, как производитель появился, если честно, и к чему он идет. То есть я видел их только на ProDirect Soccer, и больше я не видел их нигде. Перспектива развития также непонятна, но перчатки вроде как прикольные. То есть рекомендую попробовать, они у нас есть в наличии. Вот это вот одна пара 8 размера. Итак, давайте резюмируем все, что я сказал ранее. 4-миллиметровый топовый латекс от Tutto. Профессиональный матчевый латекс, всепогодный, подойдет для игр на любом уровне и, как я уже отметил, в любую погоду. Прекрасный и очень мягкий латекс, по ощущениям очень приятный, и я думаю, что сцепление будет более чем на прекрасном уровне. Здесь выполнены лазерные, так сказать, лазерные разрезы, специально примененные компанией Tutto для лучшей посадки на руку при
более широкой площади соприкосновения с мячом, поскольку, как вы можете видеть, перчатка действительно довольно широкая. Это не стандартный flat palm, который бывает на таких перчатках, как, к примеру, Puma. Задняя часть полностью выполнена из латекса, полностью перчатки сделаны с вентиляцией в силу кроя flat palm, что отлично видно. Поэтому в перчатках будет комфортно и в самую жаркую погоду, а также при игре в зале. Ну, зимой, разумеется, я бы их использовать не рекомендовал. Стандартная длинная застежка, очень плотно и удобно фиксирует запястье, проблем с посадкой на руку никаких нет. На данную застежку вы можете сделать нанесение по вашему желанию. Защитных вставок в данных перчатках нет. И касаемо размера. Данная конкретная модель размера 8. Я всегда ношу размер 8, и однозначно могу сказать, что ни больше, ни меньше своего стандартного размера я бы брать не стал. Перчатки сидят как влитые в руке, просто идеально, мне все здесь очень нравится, ничего бы здесь менять абсолютно не стал. Поэтому, если вы решитесь попробовать данные вратарские перчатки, то однозначно нужно брать свой постоянный размер. Максимум, что можно сказать, максимум, это можно при, например, если у вас 8,5, взять, попробовать восьмерку, потому что, ну, небольшой, может быть, зазорчик в пальцах есть, но мне так очень комфортно. Кому-то, может быть, захотелось бы еще более плотной посадки, ну, тогда рискните и возьмите на пол размера меньше. В целом, на этом все, что я хотел бы рассказать про данные перчатки. Надеюсь, что я удовлетворил все ваши потребности, весь ваш интерес касаемо данной модели. Мы показали ее вам с разных ракурсов. Надеюсь, что вам это понравилось. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, ставьте лайк, если вам понравилось это видео, и рассказывайте о нем друзьям, это очень важно для нас. С вами был магазин Gloves & Kit. Всего доброго!